Якщо говорити про івенти як бізнес, то наскільки це молодий напрямок, які труднощі, що вимагають клієнти? Ось саме такі питання в мене виникли під час перегляду нашого сюжету. І всі відповіді на твої запитання знає наш гость, якого я, власне, запросила в нашу студію, Олексій Акімов. Вітаємо! Олексій Акімов – експерт з івент-бізнесу, має вищу освіту, закінчив міжнародний Еріксоновський університет коучингу, працює 21 рік на івент-ринку України, бере участь в різних освітніх заходах як запрошений тренер, волонтер благодійного фонду «Свічадо». Пане Олексію, вітаємо вас в нашій студії. Доброе утро. Дякую, що завітали. Хочемо говорити про івенти як про бізнес. Наскільки молодий це напрямок, наскільки ефективний, наскільки цікавий? Скажіть. Ну, якщо розглядати з історичної точки зору, то це дуже старий бізнес. Он существовал еще до Рождества Христова. Вот. А если говорить про украинский рынок, он с первого дня независимости Украины и существует. Вот. Просто с каждым годом он растет и масштабируется, выходит на новый уровень. Поэтому как бизнес это большой бизнес. Единственное, что он у нас ничем не регулируемый, к сожалению, на сегодняшний день. А какие трудности возникают? Ой, их очень много, их большой список этих трудностей. Хотя бы какие-нибудь. Первое – это то, что рынок растет с каждым днем, конкуренция растет с каждым днем. Очень мало образовательных проектов, которые сегодня воспитывают молодое поколение ивент-менеджеров. Вход в бизнес очень дешевый, то есть два ноутбука, какой-нибудь лендинг-пейдж и название, ФОП зарегистрированный, и уже называется ивент-агентство. Без опыта, без профессиональных навыков, сделали какую-нибудь студенческую вечеринку, вот уже назвались ивент-агентством. Вот. И, конечно, объективно это очень мешает работать большим компаниям. Пане Олексію, якщо ми говоримо про івенти як про бізнес, то чи існують якісь форс-мажори? Розкажіть про це. Да, конечно, форс-мажоры существуют. Например, хорошая такая ситуация, это когда каждый раз дворец спорта кто-нибудь минирует. То есть организаторы к этому абсолютно уже привыкли, что там за день до концерта раздается звонок, вот, что дворец спорта заминирован, приезжает специальная бригада с собаками, которые проходят, с специальным оборудованием. Вот, на самом деле, за всю историю ни разу еще дворец спорта не минировали, но каждый раз такой звонок происходит. От який саме, власне, хлібний час, от найбільше хлібний час для івент-компаній? Этот бизнес, конечно, однозначно сезонный. Самые вот такие вот топовые месяца – это май и декабрь. Это вот по статистике, это всегда самые-самые-самые. Вот, понятно, декабрь – это новогодние корпоративы, хотя сегодня клиент уже понимает, что в это время и группы, и музыканты, и рестораны, и кейтеринги все взвинчивают свои цены, и поэтому некоторые переносят празднование на январь. Поэтому если раньше январь – это был всегда условно так называемый мертвый месяц в нашем бизнесе, то сегодня он уже довольно-таки насыщен заказами. Вже гарний лайфхак, до речі, на да, да, переносити да, на січень. Очень многие, так уже многие клиенты понимают, что в январе, так как это самый непопулярный месяц, вот, в это время уже там очень многие уезжают отдыхать, вот, а другие компании берут и в это время проводят свои корпоративы. Тобто свою відпустку ви плануєте все ж таки в лютому? Совершенно правильно. Давайте трошки поговоримо про гроші. Якщо говорити про бюджети, які бюджети собі можуть зараз дозволити компанії? І найважливіше, що вони вимагають за ці гроші? Якщо можна, бюджет от і до, і що вимагають за ці кошти? Все зависит от формата мероприятия однозначно. Вот. Ну так, я скажу, что там есть бюджет, и, наверное, у кого-то и за $1000 какое-то мероприятие, там открытие какого-нибудь небольшого магазина, это тоже мероприятие, это тоже ивент. Вот.
Но сегодня есть мероприятия с бюджетами там, и до 10-15 миллионов гривен. Вот, это открытие каких-нибудь больших заводов, предприятий, там, портов. Вот. Объективно все зависит от того, на что рассчитывает клиент, на что рассчитывает компания. Вот. К сожалению, это опять же это проблема нашего бизнеса, что сегодня клиенты ценят агентство не по профессиональным качествам, а по ценовой политике. Ценовая политика в первую очередь. И клиент поднимает вот так вот бюджет, там условно $100, и говорит, кто сделает дешевле. Вот. Ну и, соответственно, когда есть маленькое агентство, у которого два ноутбука и лендинг-пейдж, он может делать этот даун по цене там, до самого минимума. Соответственно, потом клиент не получает нормального качества, и после этого он возмущается, что ивент-рынок у нас недостаточно хорошо работает. Просто потому, что он побежал за более дешевой ценой. То я правильно разумею, что за хороший товар треба и добрые дуже платить. Совершенно правильно. У нас есть такая фраза, называется «No money, no honey». Так, і це справді так. Пане Олексію, ми говоримо про івенти як про бізнес, тобто розуміємо, що є і певні ризики. Якщо вони існують, то розкажіть нам про це. Конечно. В чем заключаются риски? Сегодня очень многие компании любят работать по постоплате. То есть ты проводишь за свои деньги мероприятие, и там в течение 30-60-90 дней, у кого как прописано в договоре, компания должна получить свою оплату. Но, к сожалению, это не всегда так происходит. И некоторые клиенты, они находят себе определенные причины, почему потом эти деньги не платить или платить с какой-нибудь там скидкой 50%. Сегодня на нашем рынке есть такой прецедент. Весь рынок об этом говорит, как очень известная компания с иностранными инвестициями вот так вот после проведения мероприятия решила сделать скидку себе в 50%. То есть это довольно-таки большой риск для всех компаний, но по-другому сегодня очень мало кто хочет работать. Пане Олексію, я вас зрозумів, але давайте тепер розглянемо іншу ситуацію. Я як клієнт приходжу до вашого івент-агентства, і ви мені пропонуєте заплатити всі кошти наперед. Я як клієнт, мені також це не сподобається. Що тоді робити? Сьогодні є дуже понятна всім схема, називається 80-20. При которой вы платите 80% от сметы проекта, что является по большей части ее и себестоимостью. Вот. Остальное вы платите уже после проведения мероприятия в течение 3-7 дней. То есть вы посмотрели, как мероприятие прошло, и уже остаточную стоимость, которая является доходной частью агентства, в случае чего вы обсуждаете с агентством. Но ту часть, которую себестоимость проекта, агентство уже ее заплатило, раздало всем. Вот. И уже потом может обсуждаться по уровню проведения мероприятия та часть, которую агентство зарабатывает. Ви знаєте, поки ми з вами говорили, народилася така ідея, можливо, вона не буде реалізована, але вона реалізована в інших аспектах. Подивіться, можливо, треба залучити якогось посередника. Якщо ви купуєте якісь товари в інтернеті, в мене, наприклад, на карті блокується певна сума, і третя особа буде відповідати за ці кошти. Можливо, треба убезпечити і вас, і мене, і залучити просто якусь третю організацію. Що думаєте? Це дуже хороший пример, який є, наприклад, в Америці. Це страховка мероприятий. Є страхові, у яких є кейс по страхованию вашего мероприятия. Есть прописанные договорные условия, по которым подписывают этот трехсторонний договор. С одной стороны клиент, с другой стороны агентство и с третьей стороны страховая компания. К сожалению, на нашем рынке сегодня это не работает. Олексію, ви говорили про освітні продукти і про те, що немає контролю якості, да, і івент-менеджери не відповідають, їх робота не відповідає цій якості, яку хотілося бачити. От як бути з цим? Чим, де власне навчаються ті топові івент-компанії, які дійсно показують якість? Чи вони подорожують кудись? Як от бути з цим питанням? Як зробити так, щоб не було компанії з двома ноутбуками, наприклад? Ну, во-первых, сегодня благодаря усилиям ряда агентств уже организовываются образовательные проекты. То есть это условно это частные школы, которые воспитывают, образовывают ивент-менеджеров. То есть уже пройдя такую школу, пообщавшись со специалистами, попробовав себя на каких-то мероприятиях, да, уже есть и образовательная база, и опыт.
Ну, то есть вот благодаря этому уже можно пробовать развиваться. Вот. А есть еще такая вещь, при которой люди, у которых маленький опыт проведения мероприятий, они берутся за мероприятия, которые нужно сделать на вчера. Это то, что называется ивент-бизнес, как горящий велосипед. И вот мы, люди, которые работаем много лет в этом бизнесе, хотим донести до нашего клиента, что событийный маркетинг – это не горящий велосипед. Не надо его ассоциировать с тем, что можно позвонить в ивент-компанию и попросить на завтра организовать большое мероприятие. Но такого, в принципе, не существует. И у нас мы привыкли уже сравнивать это с беременностью женщины. 9 місяців, а не завжди 9 місяців. В івент-бізнесі то же саме. Отже, пане Олексій, дякую вам за змістовну розмову. Ми розуміємо, що зараз у вас є сезон, такий хлібний час, але наостанок ми вирішили приготувати для вас невеличкий сюрприз. Це такий бліц-опрос, 3 питання. Ваше завдання – відповідати дуже коротко і, головне, дуже швидко. Поїхали! Ну, отже, перше питання. Яку найдорожчу подорож ви можете сьогодні собі дозволити? Себе как персонально собственнику агентства? Так. $30,000. Добре. Який бізнес, яка бізнес-ідея вас надихає найбільше? Создание собственной большой ивент-площадки для проведения концертов и конференций. А хто з гуру світового бізнесу є для вас найбільшим авторитетом? Но я думаю, что для меня, конечно, меня вдохновляют многие интересные личности. Но сегодня больше всего я слежу за Илоном Маском. Дякую вам за нашу дружню розмову. И мы пішли слідкувати за Илоном Маском. Вам гарного та продуктивного дня. Дякую. Дякуємо вам.